при проведении оперативно-розыскных мероприятий. В Видном на пересечении Расторгуевского шоссе и Спасского проезда сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль, в котором находилась 24-летняя женщина. По предварительным данным, ее подозревают в сбытии наркотических средств. В ходе личного досмотра у правонарушительницы полицейскими обнаружено и изъято 6 полимерных пакетов с растительным и порошкообразным веществом внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством спайсом общей массой около 1,5 килограммов. Что вы хотите? Наркотики. На допросе женщина не стала отпираться и пошла на сотрудничество со следствием. По словам подозреваемой, у нее нет постоянной работы. Отсутствие стабильного дохода толкнуло правонарушительницу на путь наркокурьера. Употребляешь, да? Нет, я сама не употребляю. Я только занимаюсь перевозками. Только перевозками? Ну, перевозками. Да, ты этим занимаешься? Вообще нет, недавно такая работа была впервые. Подозреваемая призналась, что раскаивается в своих действиях. Ты осознаешь свою вину? Да, конечно. Полностью вину осознаю и признаю. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», предусматривающую до 20 лет лишения свободы. Женщина заключена под стражу.